Вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова, и сегодня в эфире. Вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении Беларуси на повестке совещания о противодействии санкционным мерам с участием президента Беларуси. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Новополоцке стабильная, продолжается вакцинация населения. У нас вакцинировано уже практически 9% от всего населения нашего города. Если смотреть по группам риска, медицинские работники, социальные работники, то мы практически доходим уже до целевой цифры, до 75%. Местные сборы за пересечение границы при выезде из Беларуси вводятся в Витебской области. Это предусмотрено решением областного совета депутатов. Сейчас к подробностям. Вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении Беларуси на повестке совещания о противодействии санкционным мерам с участием президента Беларуси. Использование санкций как способ давления на государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе, заявил Александр Лукашенко, отметив, что сегодня важно выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект санкций и продолжить развитие государства по выбранному курсу. Мы не были заинтересованы в таком развитии дипломатических отношений с государствами западного региона. И не нам поворачивать эту историю вспять. Но жизнь на этом не заканчивается. К счастью, современный мир гораздо шире, чем границы этого Европейского Советского Союза. Мы имеем и очень значительные резервы соседней России, огромный потенциал в Азии, прежде всего, в Китае, в Вьетнаме, вообще в Индокитае, Индии, Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива, на Ближнем Востоке. Слушайте, у нас не такая большая экономика, чтобы париться по поводу этих санкций. Мы можем продать излишки, которые у нас есть, в остальной части мира. И это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий и не учат нас жить. Нужно просто активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести с нами уважительный диалог. При этом президент подчеркнул, экономику нужно удержать на уровне первого полугодия, а о сокращении темпов речи быть не может. Чего бы нам ни стоило, мы должны это выдержать. Идет война. Они начали новый поход на восток. Не надо много доказательств для этого. Санкции, мы забываем об этом, санкции введены не только против нас, но еще более масштабные санкции, более чувствительные, против Российской Федерации. История с посадкой в Минске самолета компании Ryanair лишь формальный повод для санкций. Только ленивый уже не делает такой вывод. Те, кто выбрал Беларусь в качестве геополитической мишени, забыли, что имеет дело с народом, который много чего пережил, но точно никогда не стоял на коленях и не молил о пощаде. И мы стоять на коленях не будем. Да и причин для этого и повода даже нет. Наш народ всегда сражался за правду и справедливость. Мы не станем разменной монетой и будем всеми возможными способами отстаивать свой суверенитет. Сегодня важно сделать правильные шаги, чтобы влияние санкций на себе не ощутил белорусский народ. Задача, которую поставила глава государства перед правительством, предусмотреть действенные меры для компенсации потерь и сохранения рабочих мест, а также те меры, что позволят защитить отечественное предприятие, обеспечить импортозамещение. У нас есть разные модели действий и разные варианты действий. Какой из них применить будет решаться в каждой конкретной ситуации? Вот в настоящий момент мы работаем над тем, чтобы предприятия и отрасли Беларуси не понесли ущерба от этих санкций. То есть, как я уже сказал, отсутствие эффекта – это пока наша главная контрсанкция. Александр Лукашенко отметил, что продажи на европейский рынок отечественной продукции никогда не были большими, особенно у тех предприятий, против которых введены санкции БелАЗ, МАЗ и не только. Что касается отдельных европейских производителей, которые поставляют свою продукцию на белорусский рынок, то президент напомнил про уже имеющийся опыт ограничения продаж отдельных компаний в нашей стране. Поднимали и проблему мигрантов. Президент заявил, что Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но принимая решение в своих интересах. Беларусь всегда
ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области борьбы с нелегальным распространением ядерных материалов, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью. Мы и сегодня этим занимаемся, но ровно столько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране, ну и финансово возможно. Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса и туда, ниже Африки. Если кто-то так думает, то он просто заблуждается, как минимум. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу. Европа, прежде всего, Германия. Там не хватает рабочих рук. Позвала этих людей, с одной стороны. А во-вторых, они же разрушили эти страны. Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска. Вы видите, что там происходит. Сейчас уже центральноазиатские наши республики, бывшие Советского Союза республики, еле сдерживают этот поток. А что происходит в Сирии? Что произошло в Ливии, в Ираке? Оттуда люди бегут прежде всего. Зачем повесили публично президента Ирака? Зачем растерзали публично Муаммара Каддафи, ливийского президента? Зачем? Сейчас пытались распять Башара Асада, сирийского президента. Но оттуда люди и хлынули, и притом с детьми. Еще раз подчеркиваю, мы, как занимались на границе основными вызовами, которые были раньше, так и занимаемся. Но мы это будем делать так, как это выгодно нам, и насколько финансово мы сможем это обеспечить. Если кто-то хочет больше, пожалуйста, мы готовы сесть за стол и договориться, на каких условиях мы это будем делать. Или упрекают МИДы наше правительство в том, что мы отказываемся выполнять положение нашего договора о реадмиссии. Слушайте, ну тоже безумцы. Они хотят превратить, как я уже сказал, Беларусь в отстойник. Туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны. Они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в лагеря. Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Сегодня западные политики с высоких европейских трибун призывают покончить с властью и народом Беларуси, а из страны сделать сырьевой придаток Европы, подчеркнул белорусский лидер. Новополоцкую больницу на днях с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Ознакомился с работой межрайонных центров, созданных на базе учреждения. Поучаствовал в оказании помощи пациентам реанимационного отделения, пообщался с медиками. Отдельно зашел разговор об укреплении материально-технической базы, в частности, офтальмологического и травматологического отделения. Обозначил министр здравоохранения и основные направления деятельности. Основные акценты, конечно, это работа в оказании медицинской помощи в данной эпидситуации. Второй акцент – это продолжение работы наших межрайонных центров, оказание плановой медицинской помощи, расширение спектра объема оказываемых медицинских услуг. Это доступность и качество оказания помощи населению нашего региона. Акцент на дальнейшее развитие высокотехнологичных методов диагностики заболеваний. Речь об ангиографическом кабинете. Сейчас он принимает жителей 5 районов. Стоит задача расширить количество обслуживаемых зон и увеличить объемы оказываемых услуг. Но все же в центре внимания пока остается ситуация с коронавирусной инфекцией. Сейчас медики Новополоцка отмечают стабилизацию заболеваемости. Мы достаточно мало выявляем пациентов ежедневно с коронавирусной инфекцией, в том числе и с пневмонией, но в то же время, конечно, нельзя расслабляться, и наше население должно знать, что никто не отменял и дистанцирование, и ношение масок, и обработку рук, и вообще вакцинация, наверное, на сегодняшний день – это основной механизм стабилизации ситуации в нашей республике.
В Новополоцке вакцинировано практически 9% от всего населения города. Охват категории граждан из группы риска, в частности медицинских и социальных работников, составил 75%. Это целевой показатель. В последнее время активность проявляют педагоги, а также работники предприятий и организаций, которые имеют высокий риск заражения коронавирусом. Вакцины от COVID-19 в городе достаточно, подчеркивают медики, пока они работают с российской вакциной «Спутник Ви». Ожидается поступление «Спутник Лайт». Пункты вакцинации организованы на базе 1 и 4 поликлиник, а также в амбулатории врача общей практики в микрорайоне Боровуха. Кроме того, созданы мобильные бригады для выезда на предприятия. Несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, новополоцкие медики не исключают подъема заболеваемости осенью и готовы к этому. Созданы запасы средств индивидуальной защиты, предусмотрен резерв коек для пациентов с коронавирусом. Самое главное, наработан опыт работы с данной инфекцией. К слову, вакцинироваться в Беларуси теперь могут не только ее жители. Возможность приехать в нашу страну без визы для получения прививки от COVID-19 предоставлена гражданам 73 государств. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Иностранцы смогут пройти вакцинацию в более чем 80 учреждениях здравоохранения страны с 15 июля. Процедура платная, заведение двух компонентов вакцины нужно будет заплатить от 130 до 150 белорусских рублей. Прибыть в Беларусь иностранцы смогут только после предварительной записи и находиться здесь не более 5 суток. Местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси вводится в Витебской области. Это предусмотрено решением областного совета депутатов. Нововведение заработает с 1 августа во всех пунктах пропуска и для всех транспортных средств. Размер сбора – одна базовая величина за одну машину. Сегодня это 29 белорусских рублей. Количество пассажиров не влияет на эту сумму. Уплатить сбор можно до пересечения границы или непосредственно в пункте пропуска. Но сотрудники органов пограничной службы все же рекомендуют сделать это заранее для экономии времени. Платежный документ предъявляется в бумажном или электронном виде. К слову, есть категория водителей, которая освобождается от уплаты сбора. Это, например, те, кто выезжает из Беларуси для получения медицинской помощи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств. Не будут платить иностранные граждане, которые приедут на Славянский базар в Витебске. Сбор вводится до 1 января 2023 года. К слову, подобные местные сборы за пересечение границы действуют в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. К этому часу у меня все. Я напомню, что наши программы в любое удобное время можно просмотреть на YouTube-канале нашего телеканала «Звезда». Свежие новости также доступны в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее я передаю слово моим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Оставайтесь с нами. Это «Новости в форме». С вами Владислав Кирий. Добрый день. Белорусские военнослужащие зенитного ракетного полка из Бреста прошли подготовку в учебно-тренировочном пункте оперативно-стратегического командования воздушно-космической обороны Российской Федерации. Зенитчики закрепили практические навыки ведения боевой работы по уничтожению воздушного противника с использованием имитационной аппаратуры «Тембр», отработали приемы и способы ведения противовоздушного боя в условиях сложной воздушной и помеховой обстановки. Белоруски Ольга Силкина и армейская спортсменка Анастасия Прокопенко выиграли золото чемпионата Европы по современному пятиборью. Турнир проходит в Нижнем Новгороде. По итогам женской эстафеты белоруски набрали 1430 баллов, обойдя спортсменок из Польши и России. Состязание продлится до 11 июля. Военные атташе, аккредитованные при Министерстве обороны, посетили альма-матер Вооруженных сил Беларуси, Военную академию Республики Беларусь. Брифинг для военных дипломатов провел начальник академии генерал-майор Виктор Лисовский. Гости ознакомились с историей создания вуза, материально-технической базой учебного заведения, а также с новым подразделением – ротой информационных технологий. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!